Ребят, привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу и покажу, какое игровое кресло я себе купил. В видео вы увидите распаковку, как я его собираю и мое мнение о данном кресле. Если кто-то скажет, что это големая реклама, продался, чувак, тебе его заслали, нет, чуваки, я купил его за собственные деньги, да. Ребят, который раз прошу вас поставить лайкусик под видео, дабы помочь ему продвинуться вверх. Итак, давайте начнем. Почему я, собственно, решил покупать игровое кресло? Дело в том, что я, типа, являюсь геймером, и дело в том, что моему нынешнему креслу приходит хана. Ну, вы понимаете, да? Оно просто облезло. Данное кресло мы покупали, по-моему, где-то в районе 10 тысяч, где-то, ну, 10-15, точно не помню. И за 2-2,5 года она просто облезла. Вот эта задница облезла где-то спустя полтора года. Так скажем, верхушка облезла совсем недавно. Вы могли заметить по недавним видеороликам и по моим стримам. Кстати, о стримах. Ребят, переходите на мой миксер-канал, ссылочка будет в описании и в комментариях. И приходите к нам на сходки. Мы будем часто там стримить, поэтому всех жду. Ну и как вы можете заметить, данное кресло немножко видоизменилось, и, ну, сидеть на таком, делая видосики, ну, уже немножко стремновато. Поэтому, собственно, я купил вот это вот кресло. Называется Thunder X3 ES3. Вроде как это новая модель от данной компании, я не знаю, я просто лазил в интернете и хотел себе черно-зеленое кресло. И дело в том, что только это кресло было в наличии, и только оно было черно-зеленое. Данная коробка приехала вчера, и знаете, при доставке случилась маленькая история. Мне написали, что кресло привезут где-то с 9 до 10 вечера, и угадайте, когда мне его привезли. Да, в 10 часов вечера. Я везунчик. Так, я думаю, хорош томить, и нужно раскрыть эту обновочку. Так, давайте раскроем. На самом деле, это первая моя покупка в числе игровых кресел. Так, давайте раскроем. Та-да-да-дан! Раскроем полностью. Сразу видим детали, а именно основу. Кстати, металлическая вроде или какая-то такая странненькая. Ну, прикольненькая. Так, сначала вот это. Это, видимо, маленькая инструкция. Она нам пригодится. И давайте все-таки поднимем эту картонку. Вау. Слушайте, а мне это кресло уже начинает нравиться. Оно прикольненькое. Так, давайте сначала вытащим вот это. Вот это, скорее всего, у нас подлокотники. Да, тоже прикольненькие. Как мне нравится этот цвет, ребят, вы только знали. И знаете, почему-то игровые кресла, они похожи больше на кресла каких-то суперкаров, я не знаю. Но выглядят они стильно. Знаете, материал похож на обшивку кресел автомобиля. Очень приятный на ощупь, и думаю, что он очень долго проживет. Надеюсь на это. Идем дальше. Ну, собственно, это в следующей части. Вижу подушечку под поясницу. Это, кстати, тоже очень хотел приобрести, поскольку у меня болит спина, и думаю, подушечка меня хоть каплю спасет. Потому что большее количество времени я сижу, и думаю, из-за подушечки это как-то снизится, не знаю, более или что-нибудь. Также у нас есть вторая подушечка. Видимо, она под голову. Тоже прикольненько. Пока положим все сюда и вытащим вот эту штуку. Так, собственно, это выглядит. И давайте я немножко поменяю камеру, чтобы вам все было видно. В комплекте шел он такой вот инструмент. Для сборки он очень удобный. И, то есть вам ничего, по сути, не надо. Никакой отвертки, ничего. У вас все есть в комплекте. Это я изделие. Так, ну, собственно, мы собрали это кресло. Почти мы собрали все, кроме подушечек. У нас, кстати, даже немножко деталей осталось. Давайте раскроем подушечки. У нас имеется две подушечки. Одна под поясницу, а другая под шею. Так как у меня болит спина, в принципе, они должны мне немножечко помочь. Так, эта подушечка под поясницу. Она тоже довольно-таки прикольная, такая мягенькая. И тоже вышит логотип. Так. Здесь. Так, первая подушечка установлена. Так, и еще одна у нас подушечка под шею. Ну все, кресло полностью готово. Кстати, очень нравится то, что по сути всех деталей хватило. То, что кресло не ободранное, то есть оно в нормальном виде ко мне приехало. И то есть каких-либо нареканий по внешнему виду у меня пока не возникает. Короче,
очень годно. Так, давайте все-таки испытаем. И... Опа. Сядем. Знаете, она по ощущениям прям капец какое тугое. Вот, то есть она твою осанку вот, прям вообще держит. Так, вроде оно должно маленько... Ух. Регулироваться. Это что такое было? Кстати, подушечка, она должна быть не под задницей, а, грубо говоря, вот в этой выемке спины. Ребят, честно скажу, после тех кресел, которые у меня были, это кресло достаточно удобное. То есть, по сути, вот оно будто создано, чтобы вот на нем вот так вот лежать. Очень нравятся подлокотники, они хоть вроде такие простые, но они очень удобные. У них материал, знаете, такой мягкий какой-то, я даже не знаю, так сказать, скользкий. И вот, грубо говоря, мое предплечье прям кладется вот в эту маленькую выемку. То есть вообще очень классненько. Так, давайте. Опа-на. Так, я сидеть, конечно, не буду. Его в любом случае нужно настроить под себя. Оп. Как-то он странно регулируется, но я думаю, что ничего страшного. Блин, единственное, что фигово, у него не регулируется подлокотник. Как бы можно было бы подлокотник сделать немножко сюда и так. Вот, к сожалению, этого нет, поэтому вот... У меня маленький из-за этого дискомфорт. В любом случае, кресло мне пока очень нравится. Самое главное, что у него очень классный материал, из которого он сделан. То есть он такой, ну, вроде как он не должен изнашиваться. Он по-любому когда-нибудь там, я не знаю, протрется, но по первому виду пока все супер. Блин, ну, конечно, цвет вообще просто огонь! Кстати, на самом деле не очень понимаю, почему вот данное кресло называется игровым. Видимо, из-за дизайна, из-за подушечки, потому что только вот игровые, они имеют вот данные аксессуары. Так, давайте попробуем разложить его на 180. Я знаю, что он на 180 должен как-то вот... Я не упаду? Это кайф! Серьезно, оно выдерживает без каких-либо этих. И особенно подушечка под поясницу. Она так выгибает осанку, что, по сути, спина полностью расслабляется. Да господи, почему она так щелкает? Я не понимаю. Поднять. Так, это максимум, видимо, который мы можем сделать. Кстати, достаточно высокое кресло. У меня вот даже ножки немножко не достают, я, по сути, стою на носочках. И давайте опустимся. Кстати, еще маленькая особенность этого кресла в том, что оно якобы дышит. Я не знаю, правда или нет, но на сайте у них указано, что оно якобы air, якобы дышащее, и по сути ты, ну, не должен сильно потеть, сидя на нем, поскольку вот мое старое кресло, да, я на нем жутко потел, когда играл очень много, потому что оно, по сути, сделано из якобы кожи. Вот, но с этим, я думаю, таких проблем не будет. Все офигенно, на первый взгляд. И на второй, и на третий. Очень прикалывают, кстати, логотипы вышитые. Они точно не сотрутся и сделаны довольно-таки качественно. Ну, реально. Реально удобно. По крайней мере, я сравниваю с теми креслами, которые у меня были. У меня не было других кресел, кроме там того кожаного, который я вам показывал. И простого ноунейма 3000, просто черного тканевого. А это кресло, знаете, после этих кресел, ну, какой-то мини-лакшери. Прям серьезно. Единственное, в этом кресле, вот, лично мне не хватает регулировки подлокотников. То есть там были какие-то другие модели, у них и регулируются подлокотники, типа назад-вверх, там налево-направо. Но я думаю, что это не очень критично, и к этому я привыкну. В любом случае, креслом я очень доволен. Также очень надеюсь, что данная вот подушка под жопу, она очень долго проживет, поскольку знаю, что на некоторых креслах вот эта штука, она тупо проминается и теряет свою форму. Я надеюсь, что она тоже очень долговечна. Вот, если сравнить его с тем креслом, которое у меня было, ну... Пожалуй, да, это немножко инновационно, это новее. Единственное, это кресло, оно более мягкое было, вот именно в спинке. А тут мягкость, так скажем, делается за счет вот этих подушечек. То есть, по сути, у вас спина, ну, не прям прикладывается вот к этой штуке. Вот, поэтому, собственно, на смену данного кресла я купил вот это кресло и пока остался доволен. Все, что вы слышали до этого, это были мои самые первые впечатления о данном кресле. Тестирую я это кресло около 2 дней, и знаете, по сути, мнение не изменилось. Оно реально очень удобное. И по сути, заслуживает той цены, за которую его продают. Подлокотником я уже привык, а вот от подушечек я кайфую до сих пор. А самое главное, знаете, помимо удобства, это кресло вселяет как-то больше объективности, а также делает тебя каким-то прям мега-экспертом в игровой индустрии. А самое главное, благодаря этому креслу у вас появился повод мне больше доверять. Да.
Это, конечно, все шутки, но кресло реально годное. Если вдруг у вас не было никогда игрового кресла, и вы сидели всегда на табурете, то задумайтесь о его покупке. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение в комментариях. Напишите, как вам такой тип кресел, как вам это кресло и на чем вы сидите, когда играете. Большое спасибо за просмотр вам и до новых встреч!